Это штаб-квартира Приватбанка «Дельта». В этом здании работает более 3000 сотрудников. Здесь находятся все топ-менеджеры и председатель правления. Давайте зайдем внутрь и проведем небольшую экскурсию. Для того, чтобы вы сами могли понять, что из себя представляет головной офис, кто здесь работает и чем занимаются. «Дельта» расположилась на 10 этажах, и все они плотно заселены сотрудниками. Кроме третьего этажа, который используют для обучения и проведения конференций, как, например, общебанковское итоговое совещание. Стены на этом этаже – понятие достаточно условное. При желании из них можно создать любое количество залов и кабинетов. Сотрудники Приватбанка работают в open space'ах. Это здорово поднимает всем рабочее настроение, да и работать вместе гораздо веселее, чем ютиться по маленьким кабинетам. Поэтому иногда очень тяжело понять, где расположено то или иное подразделение. Для того, чтобы было легче ориентироваться, возле каждого лифта есть карта, на которой помечены места, где расположены подразделения и кабинеты топ-менеджеров. Все подразделения в Приватбанке делятся на две больших категории – зарабатывающие бизнесы и поддерживающие направления. К зарабатывающим бизнесам относятся все подразделения, которые обслуживают клиентов и предлагают им новые продукты. Например, направление платежи, направление кредитные карты, малый и средний бизнес. А поддержка – это направление реклама, сотрудники которой делают листовки и плакаты для отделений банка. Безопасность и еще много-много направлений. Их название вы еще узнаете. Отдельно хотелось бы остановиться на контактном центре, одном из самых важных направлений головного офиса. Именно сюда поступают звонки клиентов, если им нужна какая-то помощь. Тут работает почти 1000 человек, которые днем и ночью готовы оказать клиентам квалифицированную помощь. Так что ребята буквально работают в 3 смены. На этом наша мини-экскурсия по головному офису подходит к концу. Надеемся, что вы сможете посетить «Дельту» и увидеть все своими глазами.